Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую и своих подписчиков, и гостей моего канала, и приглашаю вас провести со мной время в моей творческой мастерской. Сегодня я приготовила для вас мастер-класс по валянию сумочки-футляра для вашего мобильного телефона. Или, возможно, для подарка для кого-нибудь из ваших друзей, знакомых, родственников. Это может быть очень приятным сюрпризом. Вещь сделана своими руками, оригинальная, неповторимая. Приглашаю вас вместе со мной сделать такое маленькое изделие из войлока. Вещь будет сделана с любовью, качественно, если вы будете следовать всем моим советам. И ее уже можно будет носить. Это будет дополнять ваш образ и будет выгодно подчеркивать вашу индивидуальность. И вы знаете, приятно носить вещи, сделанные собственными руками, которые привлекают взгляды посторонних. И когда вы ловите на себе такие взгляды, вы, конечно же, понимаете, что это комплимент не только вашему вкусу, но и вам как творцу. Я приглашаю вас шаг за шагом открывать в себе Творца, любить Его, развивать ваш творческий потенциал, открывать грань за гранью самого себя, видеть свой рост, внутренний свой мир, как он становится богаче и богаче, как вы становитесь интереснее, привлекательнее и для других, и, что самое главное, для самого себя. Итак, я вам предлагаю этот мастер-класс. Первый этап – это создание проекта. То есть создание проекта на бумаге. Можно нарисовать схематичный рисунок, можно нарисовать его во всех красках. Это уже как вам захочется. Здесь никто никого не ограничивает. Здесь мы творцы, творцы своей реальности. И здесь мы позволяем себе слушать советы и делать по-своему. Конечно же, если это не касается качества, если вы уже освоили технику, вы можете в этом тогда уже купаться, вы можете фантазировать, вы можете импровизировать, создавать какие-то свои собственные модели. Но для того, чтобы научиться это делать, сначала нужно освоить технику, что я и предлагаю вам сделать. Итак, лекало. Сначала мы рисуем на бумаге, подписываем все размеры, которые, естественно, базируются на размерах вашего телефона. Для этого вы должны померить его ширину, его высоту и толщину вашего телефона. И даем пару сантиметров на свободу облегания. Записываем на нашем чертеже и дальше рядышком создаем рисунок, чертеж вашей модели вашего телефона, но только в масштабе увеличения на 45%, потому что наша шерсть дает усадку. И для того, чтобы получить в готовом виде изделие того размера, который вам необходим, вы должны уже вначале заложить туда вот эти 45%, в моем случае, и из шерсти, из которой я буду изготавливать мое изделие. Это 45%. В общем, вы создаете два рисунка. Один рисунок – это исходные размеры вашего мобильного телефона с добавлением пару сантиметров во все стороны на свободу облегания, и рядом вы создаете точно такой же рисунок, только в масштабе с увеличением на 45%. Итак, это мы уже сделали.
Дальше мы создаем лекало. Лекало это называется в швейном рукоделии. В валянии же это называется шаблон. Шаблон мы делаем из какого-нибудь непромокаемого материала, который будет держать форму вашего будущего изделия. Расскажу, что это значит. Рисунок. Здесь у нас уже чертеж по деталям и написаны все размеры. Вот посмотрите, здесь написано у меня ширина с учетом припуска на свободу облегания, высота, вот она указана, размер вот этого клапана отсюда, от центра до центра. И потом он немножечко скругленный, форма, какую вы себе выберете. Я, например, вот здесь тоже слегка так вырисовала. В общем, это ваша фантазия. Я вам буду давать мои размеры. Если вы захотите, вы воспользуетесь моими размерами. Здесь у нас точно такой же получается уже в разобранном виде на детали. Какие детали нам нужны для того, чтобы нам сделать вот это валенное изделие. Обратите внимание, здесь тоже написаны размеры. И в скобочках уже с учетом плюс 45%. Везде высота, ширина. Вот здесь высота по центральной части, видите? Потом здесь закругление, а вот здесь нужно обязательно соблюсти это условие, чтобы вот эта ширина соответствовала вот этой ширине. То есть окончание, где у нас начинается клапан, здесь вот клапан будет закрываться, а телефон будет заканчиваться вот здесь, вот его высота, чтобы все это совпало, указаны все размеры. И в данном случае указаны два размера. Размер нашего готового изделия, и в скобочках это с учетом 45% усадки, то, что мы должны заложить в наш шаблон или патрон, мы еще можем его называть. Следующий этап — из вот этого, из этих записей выкроить на нашей какой-нибудь такой, например, у меня, видите, вот целлофан такой плотный, достаточно целлофан, какой-то упаковочный, я его взяла. Я часто пользуюсь подложкой под ламинат, но в данном случае был у меня вот такой кусочек, я его взяла для того, чтобы вам показать. Я выкроила вот эти вот размеры, которые у меня указаны с учетом 45% надбавки на усадку. Вот, я выкроила вот эту деталь, я ее вычертила, ну, отмерила вот эти вот размеры, выкроила, вот она у меня уже готова, это та, которая, видите, с клапаном. Вот, и вторая деталь на высоту нашего телефона и на ширину, вот она, вторая деталь. Две детали нам больше не понадобится, потом вы все увидите. Хотя, вы же помните, что я сказала, будет два отделения. Вот как бы одно отделение, и потом еще должно быть другое отделение. Но войлок тем и интересен, что он слегка загадочный. Я вам потом покажу эту всю историю. Из двух деталей получится настоящая сумочка с клапаном, с двумя отделениями и с ручкой. Вот, следующий этап. На этом шаблоне мы раскладываем шерсть, и дальше мы на нем же продолжаем валять это изделие. И дальше вы будете следить за процессом, когда этот шаблон нужно будет вытащить уже, чтобы осталась только одна шерсть. Все это будет в процессе валяния очень понятно. Приступаем к нашему самому такому основному этапу. Это когда закладывается, раскладывается шерсть, потому что от этого будет зависеть, какого качества у нас будет изделие. В общем, это самый ответственный момент, хотя нельзя сказать, что есть какой-нибудь момент здесь, который менее ответственен, чем какой-либо другой, потому что если на всех этапах были соблюдены все законы, все, как раскладывать шерсть,
как валять и так далее, то изделие получается, естественно, качественным. Итак, вот у нас с вами шаблон перед нами. Обратите внимание, вот это будет у нас, вы понимаете, это как бы спинка с клапаном, да, нашего будущего футляра, нашей будущей сумочки. У нее есть вот как бы задняя ее часть, спинка, и внутренняя часть, да, которая будет входить в кармашек, да, и потом это все будет как бы закрываться уже поверх всех этих кармашков, всех отделений, вот здесь будет закрываться клапан. Итак, вот эта сторона, назовем ее тыльной стороной, да, мы начинаем с тыльной стороны. Вот она у меня, эта шерсть, мы ее расправляем, чтобы она была ровненькая. Я вот люблю разделить ее на еще и вдоль, на несколько частей, и потом смотрю, чтобы эти волосинки нигде ничего не было спутано. Вот это залог того, что мне легко будет раскладывать ее. Я должна смотреть, чтобы она не была спутанная. Вот каким движением я как бы встряхиваю и в это же время стучу по своей ладони, и она таким образом вот выпрямляется. Потом я должна вот сюда разложить шерсть. Для того, чтобы наше полотно было стабильно, чтобы оно не было такое во все стороны тянулось, нам нужно разложить это специальной раскладкой. Специальная раскладка, которая дает стабильность нашему полотну, это раскладка вот такая перпендикулярная, когда волоски горизонтально разложенные пересекаются с волосками вертикально разложенными. И потом они там между собой каким-то образом соединяются, и создается вот такая вот прочная основа, как перпендикулярно переплетенные нити. Вот таким образом. Раскладка у нас вот такая перпендикулярная. Теперь, значит, как мы ее можем осуществить? Тоже по-разному. Мы можем, например, застелить все сначала в вертикальную сторону, один слой положить шерсть, потом в горизонтальную сторону, потом еще раз повторить, еще раз повторить. Это будет у нас тоже вот такая вот перпендикулярная раскладка. Мы можем просто раскладывать одна вот так вот, другая вот так, одна вот так, другая вот так. Это уже насколько у кого хватит терпения и фантазии. В войлоке есть определенные правила, но нет незыблемых законов. Здесь можно нарушать правила, создавая свои какие-то новые правила. Те, которые вам удобны, вот именно на чем базируются правила войлока. Итак, мы берем такими нежными движениями. Смотрите, как у меня пальцы стоят. Видите, три пальца у меня участвуют в том, чтобы вытащить эти волосочки, тоненькие волосочки шерсти. И рука, которая держит шерсть, она не близко здесь, видите? А вот, вот таким образом, чтобы мне было удобно производить выдергивание шерсти, и в то же время, чтобы моя рука была на таком расстоянии, чтобы вот эти волоски, которые определенной длины, не были зажаты этой рукой. И тогда шерсть легко выйдет, видите, вот такими волосками. И я раскладываю. Я раскладываю на полотно. Ну, давайте так, для простоты разложим один вертикальный слой полностью, потом другой будет у нас горизонтальный, тоненькими-тоненькими. Такими. Прямо делаем такие щепотки. Вот я расправляю, потому что я вижу, что вытягиваются не очень-то широкие пасмочки такие, а я люблю, чтобы широкие, так быстрее. Вот когда я захватываю, я уже предполагаю, какую пасмочку я могу вытащить. Видите, я тремя пальцами управляю. Обратите внимание, здесь я раскладываю таким образом, чтобы вот эти тупые кончики, тупые это вот здесь, вот где я беру руками, а те, которые я... Вот смотрите, вот я вытащила, здесь они неровные, а вот здесь были ровные. Я этими краешками
прямо раскладываю таким образом, чтобы это к кромке прилегало, вот к кромке, чтобы кромка у нас была четко очерченная. Вот, и я делаю, вот она у меня залезла сюда, я ее заверну таким образом. То есть мы соблюдаем кромку. Вот мне тут не очень видно, я сейчас встану в этом положении, мне гораздо виднее. Я вижу четкие очертания. В общем, я выкладываю таким образом, чтобы у меня шерсть сложилась равномерно, закрывая всю вот эту пленку. Для этого я взяла контрастного цвета пленку. Если бы я на черном раскладывала вот эту вот шерсть цвета кофе, то ее было бы не видно. Поэтому я сделала все, чтобы вот мне было удобно раскладывать и контролировать, как я раскладываю эту шерсть, чтобы ее было видно на контрастной вот этой вот подложке, на контрастном нашем шаблоне. Вот я раскладываю. Когда вы увидите, что у вас хорошо получается раскладывать шерсть, вы можете уже идти быстрее. Это не обязательно, что вот прямо вот так вот рядами вы можете продвигаться, потом заложить, если вы видите там белые места, где-то проплешины какие-то, да, вы потом это все закладываете. Сейчас мы делаем вот такую вертикальную раскладку. Пока что, да, первый слой. Можно и наоборот, но в данном случае мы вот решили так. Вот я готовлю уже. У меня та пасмочка закончилась, теперь я эту готовлю. Я опять ее вот таким образом встряхиваю, и она у меня уже распрямляются, как бы волоски от этой встряски. И я продолжаю закладывать вот таким образом всю шерсть, прядочка за прядочкой. Смотрим, чтобы шерсть была разложена равномерно. И тоненькими-тоненькими прядочками от всего вот этого, от равномерности и от того, что ваши прядочки очень тоненькие, зависит качество войлока. Чем тоньше прядочки, тем проще тогда они между собой перемешиваться, горизонтальные и вертикальные слои между собой, вот эти вот шерстинки не будут перепутываться между собой, им будет очень трудно сцепиться, поэтому нам надо их вот так вот распределить в пространстве тонким-тонким слоем, чтобы как бы их друг от дружки отделить. Напоминаю, пока я вот тут раскладываю, что вот это у меня получается клапан здесь с этой стороны, поэтому здесь будет четкая граница. Вот, потом вот наступает вход в сумку, в футляр, и здесь будет совершенно другая история, я вам потом это покажу. В общем, здесь мы будем создавать кромочку, вот так вот, а дальше это будет все цельноваленный такой футлярчик. Поэтому просто сейчас сказала, потом вы увидите. Вот смотрите, я дошла до вот этого момента. А дальше мне нужно здесь разложить таким образом, чтобы ворсинки вышли за края нашего шаблона. Вот я его раскладываю равномерно, вы смотрите, вам видны эти все пробелы, вы их закладываете. И вот здесь, в этом месте, где будет у нас дно нашей сумочки, мы выходим слегка за края. Потом вы все поймете, почему. Ну вот, пусть у нас вот такой более-менее равномерный слой пока что получился, да, мы раскладываем, еще докладываем, вот, чтобы все у нас было такое однородное. Мы проверяем рукой, видите, я периодически, вы, наверное, заметили, я прихлопываю, то есть я ее как будто прижимаю. Я уже немножечко ее таким образом, она же сваливается.
уже потихонечку. То есть на каждом этапе свое какое-то такое сцепление волосков между собой. Это и называется сваливание. Итак, я примерно проверила, посмотрела равномерность, проконтролировала. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Вот здесь я вам не говорила, но само по себе уже получилось, что шерстинки зашли за края, и это хорошо. То, что касается вот этого места, где начинается у нас сам вход в сумку. Вот. А вот здесь, где у нас клапан, мы контролируем, чтобы не выходило за границы. А вот здесь как раз вот нужно, чтобы выходило. Почему? Вы дальше увидите, почему. Теперь смотрите, что я делаю. Вот у нас линия. Я ее там на вот такой подложке. Я просто ее согнула, чтобы она у меня была четкая, чтобы я понимала, где она. Я смотрю, что вот отсюда у меня идет клапан. Я его должна сделать таким образом, чтобы у нас четкая была кромочка. Кромка. Вот поэтому здесь я должна четко проконтролировать, чтобы здесь были шерстинки перпендикулярно одна другой. Вот просто как квадратная такая кладка, квадратная, понимаете? Вот я сейчас делаю горизонтальные здесь линии по кромочке, хотя у нас она и вся будет такая, но здесь особенно мне нужно проконтролировать, чтобы шерстинки были вот именно такой раскладки. А к краю, вот сюда, мы делаем точно так же, как вот здесь четко, вот так вот прикасаясь к линии края, как бы раскладывая, ну, в квадратная кладка, понимаете меня, да? Квадратная кладка. То есть теперь мы делаем горизонтальную раскладку. Вот сюда, до этой линии, где у нас вход в сумку, мы не выходим за пределы. С этой стороны мы точно так же делаем. Вот смотрите, мы берем отсюда и раскладываем сюда, чтобы у нас не было вот этих неровных хвостиков, мы берем вот эти волосочки, которые одинаковые по высоте, ну, то есть они на одном и том же расстоянии относительно друг друга по высоте. И мы их раскладываем вот так вот перпендикулярно. И таким образом у нас будет прочная, ровная кромочка. Но не только это, еще надо будет поколдовать над этим. Закладываем все. Теперь мы уже краешек проконтролировали. И теперь закладываем, чтобы у нас все тоже по горизонтали было одинаково, равномерно разложено. Так как мы по вертикали раскладывали, теперь по горизонтали. Вы следите. Вам видно, как волоски выкладываются горизонтально. Это можно проследить, это видно. Вот, я точно так же делаю вот эти вот движения. Мне не нравится, где-то у какого-то мастера я это когда-то посмотрела, попробовала, и мне это очень понравилось. Я даже не помню уже у какого, но большое спасибо. Это действительно меняет скорость раскладки и качество раскладки. И приятно раскладывать, потому что просто ровная шерсть становится одним взмахом руки, ладони. Прям Василиса прекрасная. Вот смотрите, да? Тут уже видно, как волоски пересекаются и вот выкладываются сейчас в горизонталь, в такую. Мы уже четко прослеживаем горизонталь. И вот мы дошли до этого места, где у нас начинается вход в сумку, и дальше горизонталь, продолжаем горизонталь, но уже выходя за пределы, вот видите, здесь выходя, остаются такие хвостики, которые выходят за пределы шаблона. Вот, продолжаем раскладку, я сейчас здесь проложу так вот по всей боковой части сумочки. Вот. Дальше я продолжаю точно так же по горизонтали раскладывать всю шерсть
Руки должны быть сухие, но не шершавые. Ну вот я обязательно пользуюсь кремом, чтобы они были мягкие и сухие одновременно. Не жирные, не мокрые, не сухие. Вот какие-то хорошие, прекрасные ручки. Шерсть тоже любит хорошие, прекрасные ручки. Если у вас шершавинки, то на руках или на заусенице на вашем маникюре, то шерсть будет цепляться, это будет вам затруднять вашу раскладку, вашу работу с шерстью. В таком случае, возможно, вы можете раскладывать в перчаточках, но мне не нравится раскладывать в перчатках. Может, кто-то предпочитает в перчатках, а я люблю чувствовать шерсть. Мне очень нравится все, что я делаю с шерстью, мне просто очень нравится. Это настолько приятно мне. Это какая-то медитация, какой-то медитативный процесс, тактильные ощущения непередаваемые. И сам процесс валяния потом, когда уже происходит сваливание шерсти, тоже он необыкновенный, он просто, это какой-то массаж, массаж всего, не только ваших рук, не только движение тела, хотя тут нужно знать, чтобы с пользой провести время, а не убить себе спину, шею и так далее, потому что, да, если человек, если мастерица не знает некоторые, например, некоторые законы, как ведет себя тело, например, как устает, что нужно сделать, чтобы не уставало, то можно, конечно, быстро устать спину, если вы не держите ровно позвоночник в районе вот поясницы. Если вы не соблюдаете центр тяжести, то у вас быстро устанет, и плечи устанут, и поясница устанет, ну все устанет, понимаете? А если вы держите ровно вашу спинку, если вы контролируете вашу осанку, то вы не устаете, вы наслаждаетесь процессом. И вот я обожаю вот этот вот процесс, потому что с определенного момента я уже научилась делать таким образом, чтобы не уставать, а наоборот, получать вот именно обалденное удовольствие от самого процесса и раскладки шерсти, и валяния. Да, конечно, физическая утомляемость, она никуда не денется, но это совершенно другое дело, когда вы контролируете процесс, когда вы управляете, скорее всего, процессом, управляете. Потому что контролировать – это немножечко не наш, не творческий термин, а вот управлять процессом, создавать буквально все, и в том числе процесс, регулировать его, распределять нагрузку на мышцы. Вот. Я рассказываю в то же время, я смотрю, я контролирую, я вижу, где у меня что. Руками я тоже проверяю. Здесь мы не только прихлопываем и видим, что здесь ровно или неровно, мы видим и толщину. Таким образом, надо, чтобы толщина ведь была везде одинаковая, чтобы у нас было однородное полотно. Вот рукой я и это контролирую. В общем, мы сделали две такие раскладки, получается, одну горизонтальную, одну вертикальную, и вот последняя у нас горизонтальная. Волоски у нас выходят, да, за пределы. Вот когда мы горизонтальные кладем, они вот сюда выходят за пределы. Когда вертикальная, они вот сюда выходят за пределы. Дальше они нам понадобятся для того, что когда мы перевернем вот этот вот шаблон и будем продолжать дальше процесс, вы увидите, зачем они нужны сейчас. Если кто-то не знает, пусть это будет сюрприз. Вы только контролируете вот эту четкую линию. Можно брать, вот проверять, вот ваш край, вот примерно, вот здесь. Не примерно, а точно должно быть вот здесь. Вот эта вот линия, где
не выходит за края и дальше, где начинает выходить за края. Вот, проконтролировала я. Я докладываю вот то, что я считаю несовершенно, там, не совсем заложено. Вот я докладываю там, где есть пробелы, где неравномерно. Здесь уже начинается вот этот вот, вот эта часть клапан. Я смотрю, чтобы не заходить за него. Все просмотрела. Где-то так получается. Думаю, что примерно. Примерно одинаково. Примерно равномерно. Где-то так. Вот. Дальше. Ну, я могу, конечно, вот то, что осталось, уже я ее отложила, я уже ее разложу, еще тщательнее посмотрю. Вот здесь вот кромочку зафиксирую еще, проведу по этой кромочке такие, как бы нарисовать кромочку этими оставшимися тонюсенькими прядями. Вот нарисовать кромочку. Вот я ее нарисовала. Докладываю, где считаю нужным. Вот. Зафиксировала. Продолжаем. В моем предыдущем видео, где я вам предлагала приготовить все материалы для того, чтобы мы изготовили нашу сумочку-футляр для телефона, я вам говорила, что нужно приготовить еще шерстяную нитку. Вот я ее приготовила. Если кто-то не смотрел мое предыдущее видео, ничего страшного, следите за видео, и вы можете также точно приготовить прямо в момент просмотра видео. Вот эту же нитку, надеюсь, что вы не приготовили маленький кусочек только на ремешок, а взяли с собой вот какой-то запас нити для того, чтобы нам сделать изделие более прочным, сделать красивую кромочку, и чтобы оно держало форму больше. Вот я этой ниткой точно так же воспользуюсь еще в этих целях. Не только для ручки, но и в том числе мы уже заложим эту ручку. Прямо вот на данном этапе мы можем его сделать на любом из этапов. Но я предлагаю вам сделать вот на этом этапе. Смотрите, что я делаю. Я беру эту нитку и начиная снизу по кромке ее прокладываю, прямо по вот этим двум слоям шерсти, которые мы с вами уже сделали. Прокладываю таким образом, чтобы немножечко вышло за край. Мы потом это обрежем, но сейчас нам это нужно для того, чтобы получился ровный вот здесь вот, ровная стыковка. Хотя там нет угла, мы будем скрадывать этот угол, но все равно. И по краю, по контуру распрямляем ниточку таким образом, чтобы она не фолдилась, а была ровненько в натяжечку. Вот мы сделали таким образом, дошли до этого края, завернули. Это будет своеобразная такая кромочка у нас. И в конце вышли за другой край и обрезали ниточку. Пока оставляем так, нам это не помешает. Здесь, смотрите, вот у нас небольшое закругление. Мы здесь тоже постараемся его также сделать, чтобы здесь также было закругление. Вот сюда один хвостик, сюда один, другой хвостик. Они как бы пересекаются. Мы таким образом сделали окантовочку края, чтобы это создавало нам дополнительные условия для того, чтобы мы сделали ровный красивый край. Вы потом оцените это. И теперь берем шерсть и покрываем сначала вертикально, а потом горизонтально. Не забывайте, что вот здесь вот, где у нас клапан, мы должны не заходить за края. Вот прямо покрывайте эту ниточку тонкими пасмочками, продублируйте еще один как бы контур из шерсти,
прямо по этой ниточке проложите, прикройте его аккуратненько, равномерненько, так как вы уже делаете на протяжении всей раскладки. А начиная вот где у нас с вами это место входа в сумочку, мы его не теряем. Я его возьму вот так вот прямо проложу с самого начала, потому что за шерстью уже становится не видно этого изгиба, но мне помогают вот эти пасмочки, которые уже здесь вышли за пределы. Я сначала наметила. Здесь у меня какая-то пушинка, я убираю, чтобы у нас было чистое изделие. Вот мы четко видим, здесь у нас вход в сумочку. И раскладываю вертикально по всей поверхности. Если вы успеваете вместе со мной в таком темпе, в котором я это делаю, вы это делаете вместе со мной. Если вы не успеваете, вы поставьте на паузу. Сделайте в своем удобном для вас темпе, чтобы все это было аккуратно, чтобы за счет скорости вы не потеряли качество. Каждый работает в своем ритме. Эту работу можно даже приостановить, если у вас нет времени растянуть ее во времени. Вот, вы просто прикрываете это чем-то, чтобы случайный ветер не раздул вашу всю эту работу. Например, я просто беру, накрываю это пленочкой, и все, это защищено, и никакого риска, могу отложить на какое-то неопределенное время. Сами мы решаем, что мы с этим делаем. А если же вы хотите прямо со мной, вот в этом режиме реального времени закончить, попытаться сделать изделие прямо со мной, то это вообще очень будет интересно. Сразу же получить готовое изделие. Вот у меня ниточка, я ее зацепила в какой-то момент и не заметила. Ничего страшного, я ее распрямляю. Значит, мы помним, здесь, где клапан не выходит у нас за пределы нашего шаблона, мы тут поправляем, вот так вот, видите, я его формирую, организую, предполагаемый клапан, я уже его вижу. А здесь на вертикальной раскладке мы не выходим за края, за пределы. Нам будет достаточно тех волокон за пределами нашего шаблона, которые будут выходить во время горизонтальной раскладки. Ну, тут застилаем, просто вот застилаем шерстью поверхность нашего шаблона. Мы уже видим, что у нас получится в результате. Красивая сумочка-футляр, которая будет греть не только наше тело, но и душу. Вот я как хочу, так и поступаю. Здесь я решила сначала заложить низ края. Мне так удобно, чтобы очертания моей работы мне были более видны уже. Я формирую контур какой-то и потом дальше закладываю все остальное пространство. В данном случае не принципиально снизу начинать или сверху начинать. Главное, чтобы волоски, вот эта шерсть, она заходила друг на дружку, перекрывала как бы, ну, на 50% примерно одни волоски вертикальные перекрывают другие волоски. Вот заходят как бы на тот уровень, на котором находятся нижние волоски, на 50%. И тогда у вас будет
вот эти хвостики, которые внизу, они заполняют то пространство, которое у нас не заполнено. Мне сейчас понадобилось оторвать от большого рулона шерсть. Вот я хочу вам показать. Помните, я вам говорила, что шерстинки имеют определенную длину, и чтобы легко оторвать кусочек от гребенной ленты, сплошной ленты, нужно не брать рядом, а далековато. Вот смотрите, как я взяла. И мы дергаем, и вот эти шерстинки, видите, они неравномерно рассыпаются, потому что они друг на друга наложены точно по такому же принципу, как мы накладываем здесь, на нашем шаблоне, чтобы создавалось потом полотно, в данном случае гребенная лента. Чтобы разорвать это, нам нужно вот именно не наступать на эти волоски. Здесь немножечко дальше и здесь немножечко дальше отступить. Вот мы оторвали такой кусочек, я его потом разделяю на две части, мне так нравится. Видите, распрямляю, раскладываю его, смотрю, не пересекаются ли волоски, и потом вот так вот встряхиваю. Конечно, не здесь, не над вашим уже раскладом, потому что каждое дуновение легкое может унести ветром ваши шерстинки, и ваша раскладка пострадает. Но ничего, если такое случится, вы легко это можете поправить. Они уже каким-то образом сцепляются между собой, образуют такое полотно, которое вы можете положить на место, если оно у вас куда-то там улетело. Вот я смотрю, я проверяю. Да, я вижу, что у меня этот вертикальный слой достаточно качественный. Он меня устраивает. Вот, где я еще вижу пробелы, я закладываю. Теперь уже по волосочкам вы контролируете. Проверяете. Вот. Я его опять же прижимаю. Как вы видите, я часто это движение делаю. И теперь мы раскладываем в горизонтали, точно так же, как мы делали это раньше. Вам уже нравится это? Вы уже справляетесь, надеюсь? Напишите мне, если кто-то трудился вместе со мной, пожалуйста, обязательно напишите мне, как вы осуществляли этот процесс, было ли вам интересно, какие трудности возникали, какие радости вы испытали, кем вы себя ощущали, когда вы создавали вместе со мной вот это вот расчудесное изделие. Вот смотрите, я дошла до вот этой линии входа в сумочку. Я всегда на ней акцентирую внимание. Мне надо всегда о ней помнить. Это будет линия соединения наших двух отделений, да? Так что вы обязательно ее помните. А вы знаете что? Давайте мы с вами проложим вот здесь вот тоже ниточку. И это будет дополнительным нашим ориентиром. Вот просто положить вот так вот горизонтально ниточку. И заложить ее шерстью, так как мы закладывали. Это можно было вот еще на том этапе, когда мы делали контур. Но ничего страшного, если мы это сделаем сейчас. Мы это сделали. Если это будет каким-то образом даже просматриваться на готовом изделии, ничего в этом страшного нет. В этом будет только какой-то определенный интерес, нестандартность, нешаблонность, какая-то штучность изделия, его эксклюзив. Сейчас очень актуально, очень модно
акцентировать на том, что это ручная работа. Например, даже есть такой способ изготовления одежды, где показывают прямо крупно нити, такие грубые нити, нарочито подобранные таким образом, чтобы подчеркнуть, что это ручная работа, руками это все сделано, ручками. Вот, и мы это можем тоже оставить. Будет это видно, не будет это видно, мы посмотрим это на изделии. Хотя мы можем, конечно, предположить, как мы хотим, чтобы это выглядело. Я, например, на этом сейчас не акцентирую внимание. В результате будет все так, как я захочу. Я могу передумать в определенный момент, где еще возможно что-то изменить. Я могу всегда передумать, изменить, усовершенствовать или, ну, не знаю, упростить. Что хочу, то и делаю. Это мое изделие. Я здесь творец. Я решаю. Я в этот момент, пока я творю, я продолжаю быть творческой. И прямо на месте могу что-то передумать, что-то добавить, что-то убрать. В зависимости от того, как у меня, допустим, получается. Ну, в общем-то, вы сами понимаете, что я имею в виду. Я докладываю эту горизонталь. Раскладываю. Мы же видим, да, вот эти горизонтальные полосы, шерстинки нам это все прочерчивают. Мы можем уже отличить, вот смотрите, здесь есть уже горизонтальные полосочки, а внизу нет. То есть привыкайте, приучайте свой глаз видеть это все, различать. Со временем это наступает. В самом начале вам может оказаться это еще сложно, это все контролировать, но это самое начало. Когда вы повторите это несколько раз, вы уже будете четко, легко, быстро ориентироваться, видеть эти все ваши проплешинки, пробелы, края, все вы будете видеть. Все, я заложила. Еще хочу вам сказать, вы не волнуйтесь, этот процесс идет гораздо быстрее, потому что в данном случае я его торможу, потому что я вам тут пытаюсь донести, рассказать, вот все. А так, если бы я просто работала, трудилась, я бы включила какую-нибудь музычку. Вот будем считать, что шерсть у нас достаточно плотным слоем лежит для того, чтобы ваш футляр был хорошей такой плотности, такой, которая нужна для телефона. Не для большой сумочки, а вот для такого телефона этой плотности будет достаточно. Вот здесь у нас наступает уже следующий этап. Вот смотрите, что я сейчас делаю. Поскольку у меня эта раскладка, вот этот шаблон, на котором я раскладываю, я его положила на мой коврик, раскроенный такой коврик, для того, чтобы видно было очертания. Ну, это из-за цвета я положила. Но если бы мне это не нужно было делать, то я начала бы раскладку прямо на столе, застеленном вот такой вот воздушно пузырчатой пленкой. Причем вот этими пузырьками шершавыми, они у меня тут уже шершавые, я берегу ее, она мне именно шершавость ее, уже лопнутые пузырьки, она более способствует сваливанию. В общем, вот этой пленкой наверх пузырьками я застилаю это пространство. Чуть больше пространства, чем ваш шаблон, чтобы была свобода для ваших действий. Застилаю этой воздушно-пупырчатой пленкой для того, чтобы продолжить наш мокрый процесс, так как валяние
мокрое, оно и называется мокрое валяние, потому что в этом процессе участвует вода. Возвращаю сюда мое изделие, но только я его снимаю с моего коврика. Я вам советую расположить все таким образом, чтобы вам и видно было, и пленка таки оказалась в самом начале работы. Я бы так и сделала, но мне понадобился коврик именно для съемочного процесса. Что мы делаем дальше? Вот тут я надеваю мои перчаточки, беру в руки бутылочку, набираю сюда тепленькую воду, беру мыло, дальше беру сеточку и еще один слой такой пупырчатой пленки. Небольшой кусочек, чтобы можно было покрыть вот эту площадь нашего будущего изделия. Вот я набрала сюда ну, такую воду, ну, может быть, это 50-60 градусов воды, ну, в общем, она должна быть теплой. Неважно, какая здесь температура. И мне нужно вот это вот побрызгать, чтобы оно не разбежалось во все стороны, чтобы его притереть. Я накрываю его сеткой, так, чтобы ничего не порушить, не сдвинуть с места шерсти. Опять же, прихлопываю это все и просто беру и поливаю водой. Вот у меня тут дырочки. Я беру вот так вот, поливаю водичкой, чтобы наша шерсть пропиталась. Вот таким образом прижимаю, пропитываю шерсть водичкой. Она, проникая сквозь шерсть, заполняет все пространство. Нужно, чтобы не было там воздуха, чтобы весь воздух заместился вот этой вот водой, которую мы сюда налили. Мы пропитываем аккуратно, не спеша. Мы видим, как островки воздуха становятся темными. Это значит, в них проникла водичка. Где у нас мы видим недостаток, вот видите, бугрится, да, значит, немножечко неравномерно. Мы добрызгиваем сюда водички аккуратно и продолжаем промокать. Таким образом вся шерсть наша становится мокрой. Мы, не нарушая границы, но если там чуть-чуть вышло, то мы понимаем, что это те волоски, которые мы с вами уже заложили. Но видите, у нас тут есть вот эта ниточка, которую мы проложили. Она дает четкие очертания границ нашего будущего изделия. И мы на них ориентируемся. Видите, как нам это все в помощь, эта ниточка, контуры вычерчивает, да? Много воды здесь нет, а вот только вот столько, чтобы мы видели, что шерсть промокла. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно, чтобы я видела, что вас интересует мое творчество. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои видео. Всего вам доброго! До следующей встречи в студии Олиш Арт.